начинается с линии выпуска листов, затем нанесение лака, последний этап – раскрой и профилирование. Это предприятие по производству напольных покрытий. Уникальная продукция совмещает преимущества паркета, линолеума и кафеля. Материал высокопрочный и экологичный. Производство на территории Алабуги запущено в этом году. Мощности позволяют ежегодно выпускать до 90 тысяч квадратных метров покрытий. Задача на следующий год – увеличение до 200 тысяч. Проект реализован по стратегии импортозамещения для локализации и производства в России. Мы создавали бизнес с нуля. То есть все, что вы здесь видите, это все инвестпроект в чистом виде. У нас не было ресурсов на полноценный запуск предприятия, поэтому привлекли из бюджета. Создание нового производства стало возможным благодаря льготному займу от Инвестиционно-венчурного фонда Республики и Федерального фонда развития промышленности. Инвестиции в проект составили 172 миллиона рублей. Проект мы профинансировали по программе «Проекты развития». Это флагманская программа фонда развития промышленности, по которой доступны льготные займы большинству предприятий, обрабатывающих отраслей промышленности, в том числе производящие такие строительные материалы. Рабочие этого предприятия занимаются производством штампованных деталей для автомобилей, а также комплектующих для стиральных машин. За счет новых инвестиций и расширения завод увеличит свою мощность в 2,5 раза. За счет поддержки фонда приобретаем новый, более мощный пресс. За счет этого будем увеличивать номенклатуру выпускаемой продукции и объем производства тоже увеличиваем. За счет поддержки фонда опять же увеличиваем количество рабочих мест до 13. И годовой объем у нас проектная мощность 850 тысяч деталей в год мы планируем. Объем инвестиций в производство составил 200 миллионов рублей. Данный проект у нас прошел по критерию. Это импортозамещающий проект. Импортозамещающий, и также он использует принцип наилучших доступных технологий. И, естественно, у этого проекта есть большой рынок сбыта. Поэтому в результате экспертизы этот проект был отобран для финансирования. В этом году в инвестиционно-венчурный фонд поступило 14 проектов на 1,5 миллиарда рублей. Поддержку получили 9 из них. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Алабуга.